Все, расскажите, прокомментируйте, пожалуйста, Василий, сегодняшнюю ситуацию. Ну, какая ситуация? Дело было очень простое. Мы, прокурор стороны обвинения подает так называемые доказательства, которые являются все недопустимыми. Мы это заявляем. Суд пока их принимает, но я уверен, что они будут в конечном итоге признаны недопустимыми, будет оправдательный приговор, потому что, ну, мы основываемся на Криминально-процессуальном кодексе и трех решениях Верховного суда. Прокурор основывается только на одном. Мы так уважаем. И все. Далее, ввиду того, что дело, по всей вероятности, разваливается, сюда приехала целая группа провокаторов, состоящая из 30 человек. С-14 и Евгений Карасев, во главе. Мы выходили вот из этого стола, когда суд вышел и прокурор вышел. То есть С-14 дождались того момента, когда выйдет прокурор. И далее адвоката Божьего заблокировали тут 20 человек. 10 человек заблокировали Берещенко и Дманского в другой стороне, в стороне, окружили их, начали на них нападать, давить, наносить удары. И Божий их как мог защищался, его повалили и начали бить 10 человек. Ну, тоже трусы какие. Вот. И тут журналисты начали бить Локтионова, который пытался разбронить. То есть это сознательная провокация. Мы считаем, что это специально сделано для того, чтобы следствием и прокуратурой, для того, чтобы наше заседание сделать закрытым. Мы настаиваем на том, чтобы оно как можно было публичное, потому что дело фактически разваливается, и потому, соответственно, вот такие провокации делаются. Спасибо. А еще... Скажите, пожалуйста, вот сзади вас как раз вот сейчас прокурор звонит кому-то. Вы считаете, что это как раз провокация прокуратуры, именно прокурора? Ну, это им выгодно. Я скажу так. Вы можете сделать какое-то заявление? Это мое мнение, что это им выгодно. Мы постараемся сейчас отправить это нашим друзьям в Евросоюз. Просто ваше обращение по поводу того, что сейчас... Обращение тут очень-то простое. Мы защищаемся в суде как можем. Мы основываемся только на Криминально-процессуальном кодексе Украины, на законах Украины. Сторона обвинения основывается на таких незаконных действий. В том числе они подают, в чем незаконность еще выражается? В том, что они подают доказательства, которые незаконны, просто незаконны. Вот и все. Соответственно, мы просим, я знаю, что все держат на контроле это дело, мы просим обратить еще раз внимание и надавить на, тут уже никак не иначе, на власть Украины, потому что это беспредел. Когда раньше журналисты и адвокаты были, это была священная корова, которую нельзя было трогать. Сейчас просто абсурд. Абсурд выдается, то есть уничтожает журналистов, уничтожает адвокатов. Суть очень проста. Ну, разве вы это не видите? Это сознательные действия. Поэтому, ну, мы вынуждены защищаться, мы будем защищаться. Спасибо, Василий. Еще кратко, есть ли какая-то информация, когда будет следующее заседание суда? Мы ничего не знаем. Спасибо. Все должен суд быть. Спасибо.